О, Хантер, ты очнулся? Нет, так разговора не будет. Оружие убирай. Отстань ты со своими разговорами. Нет, нет, уйдите из моей головы, голоса, не надо, пожалуйста, прощай, Хантер. Так, тут кодовый замок. Он уже раскурочен. Но думаю, это даже к лучшему. Легче дверь отворить будет. А, блядь!
Открылась. Тут аптечкой не обойдешься, прости. Но дальше я не смогу. Я ли на ногах держусь? Тебе придется одному спускаться в лабораторию. Тьфу, ё-моё. Поаккуратней там и будь начеку. Удачи. Она тебе понадобится. Уж прямо здесь. Глупый человек. Солдат! Ну, точно звери, по цвету шкуры. Одни как разбойничали, так и разбойничали. Увезу тебя я в тундру, увезу к седым снегам. Внимание, анекдот. Белой шкуры, медвежий брошу их к твоим ногам. Как-то поймали наемники сталкера. По хрустящему морозу поспешили на пройти. Ему головой вниз по пояс. Через минуту достают и спрашивают. И среди сугробов дымных затеряемся вдали. Он ему, нету. Мы поедем, мы помчимся к нам. Артефакты, бабло есть. И отчаянно опять окунули, я опять спрашиваю. Артефакты, бабло есть. Труды не выдержу. Блин, вы ее опускайте, муж, или держите, дочь. Надо. Жить надоело. Или как?
накали. Стал резу. Ты силен. Тебе повезло, человек. Кто-то идет. О, Резо! Проснулся. Я думал, все, того уже. Кони двинул. Кружится. Все вокруг кружится. Все кружится вокруг круга. По-прежнему пьет и ждет новостей. Закат опять окрасил улицу красками дивными, но грозовые тучи кружатся над вулканом страстей. Помоги мне! Кто такой?